Наверное, каждый из вас знает замечательную песню про Чебурашку, про облака белогривой лошадки. В этом месте собралось очень много интересных и знакомых людей. Давайте посмотрим, что из этого всего получится. Что тебе снится? Песня Аврора. Час, когда утро встает. Масса песен, вообще перечислить все практически невозможно, потому что их миллиард. Я вот готов слушать его бесконечно. Полдня ездил по городу в пробках и ждал этого момента. И вот жду до сих пор. Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката, облака из неведомой страны нам спешат. Самое интересное, что нас удивило, что у нее нет вообще райдера. Я так думаю, что человек не нуждается ни в каком райдере, потому что должно быть все. Thank you.